14 марта, понедельник. Луна во льве. Она пожрать у Женечки вот эти вот чуть-чуть подгорелые и чуть-чуть бледноватые оладушки, которые сам делал. То есть они не химические, я их сам делал. Сладкий чай листовой, сметана, открыл и заодно уже намешал с сахарком. Плюс кленовый сироп, который я не люблю. И плюс сгущенка есть у нас, будем использовать. Давайте жрать, да? Сначала с моей любимой сметана с сахаром. Рекомендую, кто не ел. Все-таки это вкус детства. Мы так в детстве делали. Но также оладьи очень вкусные просто с обычной сметаной. А лучше чередовать. Раз чик, миксуем. Оп. Вот человек пишет, ты можешь включить монетизацию в другой стране. Она и включена в другой стране. Ты что, не понял, что меня смотрят 70% Россия, 10% Украина. И все остальные страны 20%. Из которых там, в принципе, такое что-то реальное, это Германия, 1.5%. Ну вот я и получаю вместо 15 долларов в день, 1.5 бакса получаю в день. От Германии. Ха-ха-ха! Ну ты понял теперь? Как-то так. Никак иначе. Так, ладно. Отвлекли меня с этой монетизации, которой нету. Сметанка, ням-ням. Оба сладкая сметанка. Не стал ставить микрофон с этой петличкой. Не нужен он. Монетизацию не платит. Нахуй нам микрофон. Да? Но это только сегодня. А так... Просто, ну, тут чавканье ненужное вот в этих вот оладьях. Ладно бы суп хлебать, да? Следующее. Берем сгуху. Давайте со сгухой. Да, возможно. Алмазка. Возможно, даже нездоровость, да, не говоря число там. Потекло, да? Угу. Следующий у нас прием пищи с кленовым сиропом, да? Открываем кленовый сироп и вот так вот делаем, да? С кленовым сиропом, который мне не нравится. Ну просто его надо доедать. Не выкидывать же. Чай в наличии. Чай в наличии. Вот, короче, больше всего мне нравится со сметанкой. Причем не со вкусом детства, а с обычной сметанкой. Серьезно.
Хотя и с этим тоже. Со вкусом детства нормально. Прикольно они алмазка написали. Примем на работу. Давайте заключительный сожрем, да? Короче, больше всего мне нравится просто с обычной сметаной. Но обязательно запивать сладким чаем, потому что просто так не очень. Время у нас 7 утра сейчас, 7 часов 18 минут. Московская. Очень хороший аппетит у меня с утра. Причем всегда хороший аппетит. Неважно, что я вчера делал. Либо употреблял алкоголь, либо не употреблял. Аппетит всегда хороший. Я все, всем пока.